В Ираке разбился автобус с паломниками. Трагедия произошла недалеко от Багдада. Известно о гибели 18 человек. Еще 30 получили ранения. Местные чиновники сообщают, больше половины погибших граждане Ирана. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с трассы и перевернулся. Расследование причин ДТП взято под личный контроль министра внутренних дел Ирака. Отмечу, верующие направлялись в иракский город Кербела, а куда ежегодно съезжаются тысячи шиитских паломников.